Друзі, ви приєднуйтесь до нас і давайте вже снідати. Угу. Я завжди обираю свіжі та якісні продукти, тому заздалегідь відправився на ринок Столичний, аби придбати усе необхідне. Як це було? Дивіться далі. Партнер програми – Ринок Столичний. Ринок свіжих продуктів. Ринок Столичний – ринок свіжих продуктів. Я так розумію, ми будемо готувати салат. Конечно, салат. Потому что, знаешь, мясо там можно еще перехватить в течение дня, а вот салат, овощи, вообще это очень важно. Первое, с чего я начинаю, всегда я начинаю готовить сначала соус. То есть у меня должен быть на дне уже приготовлен соус. Угу. Да. Не знав, до речі. Вот, вот. Потому что потом я... Такий лайфхак від тебе. Да, потом, когда я просто перемешаю, оно все уже перемешается одновременно. И не надо будет пачкать там дополнительную посуду. Угу, еще. Угу. Все, соус уже готов. Для соуса я беру чаще всего это апельсин с грейпфрутом, выдавливаю как фрешек делаю. Туда добавляю соль, специи, масло, мед, ну то есть по вкусу. И иногда мне реально очень нравится это, когда вот, знаете, надо так взбодриться, лимончик с медом. Это необычно. Мы берем лимон, так, чтобы быстрее его и легче... Еще один лайфхак, дивіться. Легче выдавить. Я делаю вот так. Это вот смотрите, он уже сам все отдает, весь сок. И у меня примерно будет сока, если лимона, это где-то столовая, 2 столовых ложки. И дальше лимончик я оставляю. Я знаю, куда его применить. В чай можно. Цедру використати також, да, мабуть, для випічки якоїсь. Да. Мед. Багато потрібно меду? Нет. Трішечки. Совсем немножко, да, невеличка, потому что... солодість зранку. Ти ж, наскільки я знаю, вже 16 років працюєш психологом. Чому ти сьогодні брали у нас, цю науку? Подожди, сьогодні у нас який год? 2018. Давай, я почала изучать 2000-м, і вже з 2002-го я преподаю. Ого. Так а чому обрала саме цю науку? Знаешь, у меня история очень интересная. Я училась в киевской школе, сейчас это лицей при КПИ. И наш класс первый сделали физико-математическим. Я поступила в физико-математический класс. При этом, учась уже на физмате, я понимала, что я, наверное, не очень готова поступать дальше в КПИ. И я тогда уже говорила папе и маме о том, что я хочу на психологию. Папа с мамой мне сказали о том, что Таня, у тебя очень логичные мозги. Вот какая психология, это все очень-очень сложно, там надо разбираться, не-не-не, ну не хочешь ты в КПИ, ну иди куда-нибудь в другое место. Ну психология, и аргумент, знаешь, был такой очень крутой: психология, деньги не заработаешь. А, ну. Папа у меня просто, он медик, он был акушером-гинекологом, так он и познакомился с моей мамой. Вот. Приймав пологи? Нет, она к нему попала в больницу, где он был, так они познакомились. И дальше, когда я уже закончила школу, я еще 2 года не могла определиться, куда я пойду. Вот, да. И я поступила, первое мое образование, это менеджмент организации, наш университет туризма, экономики и права. К людям хотелось ближе быть, ну и путешествия, знаешь, вот как-то вот, оно такое вот было все для меня романтичное, и люди. Люди, я очень любила общаться, и в школе ко мне всегда обращались с вопросами, помочь, поддержать, общение, все остальное. Отучившись там, так уж получилось, знаешь, оно бывает во вселенной, что люди приходят, к тебе мысли приходят, и я оказываюсь администратором в центре, который привозили НЛП в Киев. Да,
и я начинаю у них работать. Таким образом, я обучилась НЛП, эриксоновскому гипнозу и еще многим разным тренингам. А расскажи, что такое НЛП для глядачей, которые еще, мабуть, не знают, что это такое. А НЛП расшифровывается как нейролингвистическое программирование. Угу. Такое название такое... Так. Вот, нейролингвистическое программирование. Все намного проще. Угу. Это снималось с хороших психотерапевтов, с очень известных, как они умеют общаться с людьми, так что у людей происходят изменения внутренние. И знаешь, вот иногда про НЛП говорят, что это манипуляция или еще что-то. Я всегда говорю, это как нож. Ты можешь сделать добро, а можешь сделать недобро, в чьи руки он попадет. Поэтому я, когда преподаю на тренингах, я очень серьезно говорю про экологию процесса и про то, как это обернется потом против человека, который применяет нож. Угу. Против закона мы знаем, что потом происходит. А ты сама часто користуєшся якимись НЛП-шними штучками, наприклад, з родичами чи друзями? Подожди. Вот скажи, если ты научился ходить и говорить, часто ли ты этим пользуешься? Звичайно. Вот тебе и ответ. Конечно же, я этим пользуюсь, потому что я научилась, и иногда даже не замечаю уже. Это стало настолько моим, что я, в принципе, не замечаю, где я что делаю. А найчастіше ти використовуєш цей ніж в корисних цілях? Знаешь, меня, наверное, за это и любят мои ученики и мои клиенты. Они ко мне приходят и часто со мной общаются по многим разным вопросам, потому что им помогает то, что я делаю и как я с ними общаюсь. Я никогда, в общем-то, не даю им совета. Они сами понимают, куда им двигаться. Я им просто помогаю в какой-то момент. Я знаю на себе, как это неприятно, когда против твоей воли тобой манипулируют. Но сопротивляться манипуляциям, не зная их, невозможно. Ага. То есть не изучая, ты не знаешь даже, чему сопротивляться. Знаешь, ты никогда не видел вот эту вот штуку. О, прикольно. Ты смотришь на это, какая-то палочка, да? Но ты не знаешь. А когда ты знаешь, чему сопротивляться и на каком этапе прервать эту стратегию манипуляции и развернуть человеку ее зеркалом. А друзі часто просять тебе навчити їх якимось НЛП-шним штукам? Про друзей. Історія про друзей. Поїхали. Со школьной скамьи у меня уже не осталось друзей. Мы все разъехались, потому что кто-то уехал за границу, кто-то еще куда-то. И мои все друзья, они сейчас... Так уж получилось, они все с тренингов. Mm-hmm. Так что у меня вопрос, часто ли я их обучаю? Да, наверное, каждого своего друга я обучила. Даже кумовья у меня с тренингов. Да. Круто. Я знаю, що твоя донька навчається за кордоном у Чехії. Вона пішла по маминим стопам, буде психологом? Нет. Вона пішла на маркетинг. Вот. Она не могла определиться, что еще она хочет, и поэтому она выбрала, как я, менеджмент организации. То, что в принципе пригодится, мне пригодилось, потому что мне же все равно надо компанию свою строить. Поэтому да, она пошла в то, что пригодится в продвижении себя или еще кого-то. А ты научила, как загипнотизовать выкладача на парах? Научила дочку? Знаешь, я могу тебе сказать, что она прямо с самого начала, когда я уже преподавала, я же, естественно, все, что я знаю, я же пользую это и дома. Ага. Вот, и, соответственно, она, не зная, уже училась этому. А потом это было ее желание, перед тем, как она уже собиралась уезжать обучаться, она сказала, я хочу пойти к тебе поучиться. Я долго ее тормозила, говорю, подожди, должен быть возраст определенный, то есть когда ты его достигнешь, возраст сознания, да, тогда я тебя возьму. Она пришла, да, она прошла курс НЛП, нет, не весь, но основные азы она прошла, и да, это ей помогает в общении. Загипнотизировать... не знаю, разве что, знаешь, это как, гипнотизируем ли мы человека, когда мы ему очень нравимся? И он из вот таких чувств, какой человек, какая умница, как она сидит, как она понимает все. Прям аж хочется помочь человеку. Гипнотизирует или нет? Зрозуміло все. Зараз доньці 18. Вот будет 19. Ага, 19. Діти ж часто маніпулюють батьками. Як ти боролася із цим?
Опять-таки, изучая манипуляции, изучая возрастные кризисы детей, естественно, я уже знала, на каком этапе, в каком возрасте что будет происходить. И да, она по классике прошла все возрастные кризисы, да, и пробовала на мне всякие штучки, и обязательно и врать. Ага. Ну, а как же, подожди, я сейчас у тебя спрошу, ты никогда не врешь? Ну, хочу сказати, що ні, я дуже чесна людина. І в цей момент що? Очі відвожу в сторону. І вона мною маніпулювала. І є ж маніпуляція використання другого чоловіка, як, знаєш, як туалетну бумагу, так використати і вибросити. А є маніпуляція, ну, як врачи. Манипулятивная комната. То есть человеку делают там укол, дают таблетки. Для чего? Для выздоровления. Для там, поэтому я различаю манипуляцию для достижения цели человека, да, и манипуляцию вот это вот фу-фу-фу. Угу. Да, поэтому я манипулировала ей для того, чтобы она куда-то дальше двигалась, да, выискивала способы, как ей дать эту информацию, что ей, ну, что ей будет интересно. И она, естественно, манипулировала. Вот, и я даже поддавалась, я ей аплодировала, говорила, что она... Разумеючи, что она манипулировала. Конечно, потому что когда ребенок сопротивляется, вернее, виноградик, когда ребенок сопротивляется, он учится сопротивлению в этом мире. Я считаю это очень крутым навыком. И в этот момент сказать «нет, что ты делаешь» – это очень грубо. Наоборот, поддаться, показать, что где она правильно все сделала, да, потому что это навык. А дай декілька порад нашим батькам, наприклад, як виявити маніпулювання дитиною і як із цим боротися. Ну, із самих простих – це от трьохлітні маніпуляції дітей, особливо, коли батьки не дуже добре ладять між собою. А папа вот так делает, а ты так не делаешь. Угу. Оценочные вот такие вещи, которые дети уже начинают делать. Или, а бабушка вот меня больше любит, угу. Да? Или же вот это вот каприза на людях, когда родителю явно станет неудобно. И в этом случае, конечно, это вам придется выдержать эту ситуацию для того, чтобы пройти и показать, что эта манипуляция не работает. Потому что те правила, которые мы выставляем детям, в первую очередь, мы их должны выдерживать. То есть, знаешь, сказал, вот это вот трогать нельзя. Или там планшет, телефон, это же любимые штуки, дать ребенку планшет, телефон. Сказал, трогать нельзя, значит, ну, нельзя, и ты контролируешь этот процесс, а не вот это вот, хочешь сам куда-нибудь отвлечься, и так, планшет ребенку, а ребенок понимает, ага, вот я она. Я знаю, как его вымогать. Да, да. Поэтому здесь, конечно, от родителей очень сильно зависит, что они будут делать в этом случае. Зараз я скуштую. Смотри, я люблю салат, ты уже понял, кисловатый, поэтому если тебе он кисловат, можешь добавить меда. Смачного. Клас. Бон апеті. Ну, зараз я спробую. Усе потроху набираю? Да, да. Mm-hmm. Я сейчас очень переживаю, подожди, дай это. Я смотрю. Mm. Не дуже пересолила? Круто. Ні, ні. Фух. І якраз ось ця невеличка кислинка, насправді, про яку ти говорила, дає зовсім якісь неймовірні відчуття. Тут рецептори одразу, слина виділяється і виділяється ще більше і більше. А знаєш, це от це утреннє состояние, коли треба от швидко все переварити. Мені здається, зранку можна
ось таку миску цього салату з'їсти, можна. Ти все одно будеш відчувати себе легко. Тому що, в принципі, у нас чому люди не снідують? Тому що вони відчувають якусь тяжість, а цей салат – це просто бомба. І знаєш, якщо хочеться там додати, наприклад, соленої риби, тоді соль взагалі не треба. Або там прошутто додати, можна, тоді соль взагалі не треба. Або ще щось, що тобі подобається, там кусочки м'яса, або ще. Тобто це по вкусу, база основна. Основа, заправка, а там же фантазуємо. Да. Хочеш.